Всем привет, с вами Прием. Сегодня, наконец-таки, я, похоже, доделываю финальный квест на получение 6 экипировок 950-х. Собственно, самый первый квест это был апнуть шестерых соратников до 900-го эквипа, потом шестерых до 925-го, прокуют особые вещицы на броню, и потом 6 соратников до 950-го. Да, я сделал себе недавно МСШ и одеваю потихоньку. Качаю его, соратник очень сильный, поэтому рекомендую его сделать. Так, сдаем квест, собственно, на 6 этих 950-х экипировок. И что же дальше? Ага, с помощью тактической карты выполните задание «Нападение на оружейную огня скверны». И что нам дадут? Открывает доступ к заданиям озаренных на получение наград ID 17089. При желании, по факту, можно это дело глянуть на Buffhead'е и других информационных каких-либо базах и понять, что это вообще за айдишник, к чему он привязан и какие за него награды. Скорее всего, это рейдовые награды, мне так кажется. А что это такое? О! Так это наследуемая шея. Привет! Угу, один день. Так, Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Сократить я не могу, потому что у меня нету двух соратников, которые могут погасить эту лужу. Ну что, на день что ли отправлять? Ну да, получается. Как иначе это сделать? Иначе никак. Ладно, отправлю тогда. Пускай через денек подъедет эта шейка. Что она хоть делает-то у нас? Крит хаст. Вы жертвуете 10% здоровья, чтобы повысить свою скорость передвижения на 40% в течение 10 секунд. КД 5 минут. О, так это специально для моего бладдека. Вот, все отлично. Одеваю на килджедена в мифик и изи убиваем. Все. Всех благ, счастья, здоровья. До скорого. Берегите ноги.